Вы смотрите видео об отеле Crystal Palace. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Crystal Palace расположен в стране Италия в регионе Мадонна ди Кампилия и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. В 400 метрах от Мадонна ди Кампилия, в 200 метрах от подъемника Прадалага. Открыт в 2009 году, на территории отеля имеется 61 номер, лифт, ресторан, бар, терраса, мини-клуб для детей от 3 до 12 лет, детская игровая комната, зал для курения, музыкальные вечера, Wi-Fi 5 евро час, интернет по 3 евро час, прачечная, комната для переговоров, гараж 10-15 евро, сутки, услуги няни по запросу, прачечная, скирум с сушилкой для ботинок. В номерах есть телефон спутниковая, ТВ с российскими каналами, сейф, мини-бар по запросу, за доплату, ванная комната, душ, ванна, фен. Большинство номеров с балконом. Классик 19 метров, без балкона, вид на горы. Суперия 25 метров, все с балконами и панорамным видом на горы. Делаксе 28-30 метров, просторные номера, балкон, панорамный вид на горы. Имеется возможность смежных номеров. Также в отеле имеются номера категории суит, площадью 60 метров. Стоимость размещения по запросу. Номерной фонд отеля состоит из Diamond Junior Suite 40 квадратных метров. Ванная комната, фен, телефон, спутниковая ТВ, мини-бар, сейф, балконом с панорамным видом на горы. Некоторые номера с сауной. Platinum Deluxe, 26-28 квадратных метров. Ванная комната, фен, телефон, спутниковая ТВ, мини-бар, сейф, балконом с панорамным видом на горы. Golden Superior, 22-25 квадратных метров. Ванная комната, фен, телефон, спутниковая ТВ, мини-бар, сейф, балконом с панорамным видом на горы, Silver Classic, 18-20 квадратных метров. Ванная комната, фен, телефон, спутниковая ТВ, мини-бар, сейф, большинство номеров с балконом и панорамным видом на горы, Crystal Suite 70 квадратных метров, изысканный номер, вторая спальнями и вторая ванными комнатами, отделанными мрамором, в одной из которых есть ванна с гидромассажом, фен, телефон, спутниковая ТВ, мини-бар, сейф, балконом с панорамным видом на горы. Некоторые номера с сауной. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть бесплатно тренажерный зал, крытый бассейн, гидромассажная ванна, сауна, турецкая баня, травяные чаи. За доплату солярий, массажа, процедура по уходу за лицом и телом. Для детей есть игровые площадки, мини-клуб для детей от 3 лет, детское меню в ресторане, няня по запросу платно. Год постройки гостиницы – 2008. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.